Всех приветствую на нашем канале. Напоминаю, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой и выгодной для вас цене. Сегодня к нам на разбор приехал Mitsubishi ASX 2012 года с двигателем 1.8 на вариаторе. Автомобиль у нас в очень хорошей комплектации, с повторителями поворота на зеркалах заднего вида. Также автомобиль у нас почти весь в родном остеклении, кроме лобового стекла. У автомобиля есть камера заднего вида, чистый багажник, кнопка открывания багажника работает исправно. Автомобиль у нас после небольшого ДТП, повреждение бампер, фара, треснула капот, уголок, крылья здесь пластиковые. Красивый кожаный салон, в отличном состоянии, с электрорегулировками. Все регулировки работают отлично. Кожаный руль с царапинами, рычаг переключения передач в отличном состоянии. Двигатель у нас 1.8, повторюсь, пробег 162 тысячи, работает отлично, никаких посторонних звуков и шумов в двигателе нету. Все технические жидкости у автомобиля на месте и в уровне. Приборная панель автомобиля. Звуковой сигнал работает исправно. Усилитель руля работает без каких-либо посторонних звуков. Стеклоподъемники работают все исправно. Задний ряд сидений также в отличном состоянии. Центральный замок работает исправно. Регулировка зеркал левая исправно работает. Правая работает исправно. Складывание зеркал работает тоже исправно. Магнитола работает исправно. Отопитель работает исправно во всех положениях. Автомобиль имеет подогрев сидений. Также работает все исправно, как водительское, так и пассажирское. Мультируль работает тоже исправно. Все прибавляет, все убавляет. Зеркало заднего вида у нас с камерой. При включении задней передачи автоматически появляется окошко с изображением. Стеклоочиститель работает исправно. Свет, габарит, ближний, дальний работает исправно. Указатель правого поворота, левого поворота работает также исправно. Аварийная сигнализация работает исправно. По лакокрасочному покрытию мы имеем такие данные. У автомобиля имеются окрасы, но окрашен автомобиль очень даже хорошо. Сейчас мы с вами прокатимся на автомобиле, проверим его техническую часть, как автомобиль едет, как работает вариатор, все ли в порядке. Также проверим рулевое управление, есть ли посторонние звуки или нет. Включение передач происходит без толчков.
подвеска отрабатывает хорошо. В рулевом управлении никакого люфта нету. Посторонних звуков тоже. Двигатель едет хорошо. Тормозит автомобиль тоже отлично. Mitsubishi ASX 2012 год, двигатель 1.8, замер компрессии, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.